Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Званый ужин» и я, Григорий Шевчук. На календаре пятница, а это значит, что наши соревнования непрофессиональных, но талантливых поваров и гостеприимных хозяев близятся к своему логическому завершению. Давайте вспомним, как развивались события на этой неделе. Знакомство участников состоялось в доме арт-директора Алисы Паланойер. Блюда, предложенные на ужин, гости все как один критиковали. Не всем понравилась и забавная викторина на развлечении. Во время выставления оценок игроки проявили удивительное единодушие. Все поставили Алисе по 60 баллов. Актер и инструктор по дайвингу Дмитрий Лушпай принимал гостей вторым. И снова участники остались недовольны приготовленными блюдами. А вот знакомство с питоном Кузей на развлечении понравилось почти всем, кроме Ильдара. Именно его оценка стараниям хозяина была самой низкой. В среду званый ужин прошел у художницы Светланы Ключник. Мужчины, несмотря на некоторые замечания, хвалили поданные к столу блюда. А вот Алисе понравился только десерт. Ей одной хозяйка не угодила развлечениям, рисованием на теле модели, за что и получила низкую оценку. Оценки мужчин были куда выше. Массажист Ильдар Кузеев принимал гостей четвертым. Кухню хозяина дома соперники главным образом критиковали, хотя и похвалы в его адрес были. Развлечение одним участникам понравилось, другим нет, но все сошлись во мнении, что сеанс массажа развлечением как таковым не назовешь. И все же вечер у Ильдара получился теплым и домашним, что герои и выразили в своих оценках. Все, кроме Алисы, которая вновь сильно занизила баллы. Результат Ильдара – 260 баллов. Это значит, что лидирует на данный момент Светлана Ключник. Недавно я услышал одну замечательную фразу. «Возможности плодоносят, если их опыляют способности и охраняют желания». Надеюсь, у хозяина финального званого ужина есть и кулинарный талант, и стремление угодить своим гостям. Ведь только при таких условиях можно стать лучшим. Итак, я предлагаю поближе познакомиться со спортсменом и певцом Денисом Рогатневым. Спортом я занимаюсь с детства, очень много лет отдал тайскому боксу. Спорт помог мне в жизни практически во всем. Он научил меня достигать целей, быть целеустремленным, чем-то упертым. Эти качества мне очень помогают. Причем помогают не только в спорте, но и в творчестве. Моя мечта – это сцена. Я вижу свое будущее как певец на большой эстраде. Я буду всеми силами добиваться этих успехов. Думаю, у меня все получится, так как у меня талант, и я это знаю. Есть у Дениса еще одно увлечение – это кулинария. Готовить я научился в 17 лет. Я приехал на базу отдыха просто поработать кухрабочим. Потом я пошел работать в пиццерию, и там я продвигался дальше в своих кулинарных способностях. Это у меня очень хорошо получалось, и я думаю, вы увидите это. Именно эти способности и подтолкнули Дениса к участию в нашем шоу. Самое главное качество гостеприимного хозяина – это то, что его гость никогда не уйдет голодным. Говорят, чтобы добиться успеха, нужно избегать 6 пороков. Сонливости, лени, гнева, страха, нерешительности и праздности. Интересно, знает ли Денис об этом правиле и возьмет ли он его на вооружение при подготовке своего званого ужина? Узнаем совсем скоро. Привет, Гриш. Доброе утро. Рад тебя видеть. Заходи. Привет, Денис. Ну вот ты ко мне добрался. Да. Мой очеред настал. Ну что, пойдем, нам еще много нужно сделать. Идем. Я думаю, у Дениса маленькая квартира. Возможно, он что-то снимает, может быть, даже эту комнату. Он недавно переехал, и я уверена, что это будет не его квартира. То есть, может быть, съемная, может, там какие-то друзья пустят. Ну, такая вот квартирка снимаю. Угу. Сам же я с Украины. Угу. Приехал недавно, вот снял. Как тебе, нормально вообще? Мне лично нравится. В общем-то, это гитара моя, да? Я играю на ней, она у меня с детства родная. Я ее очень люблю, и мы дружим. В общем-то, гитару первый раз я взял эту в 13 лет. Ну, начал петь песни, как бы, сочинять. Пою свои песни, пою чужие песни, шансон пою, романтику пою, рок.
Ну, в общем-то, можно сказать, пою все, что можно. Я думаю, что в квартире Дениса, если и будет присутствовать какой-то спортивный инвентарь, но это будет любительский инвентарь, то есть инвентарь спортивный простого обывателя. Вот мои перчатки хочу тебе показать. Уже такие разбитые, побитые, старенькие, ну, еще терпят, вот, я ими как бы тренируюсь. Какой вид спорта? Бью тайский бокс, бью по груши им. По морде. Угу. Ну, в общем-то, занимаюсь тоже с детства, с 16 лет. Я думаю, у Дениса мы увидим очень малое количество фотографий. Я думаю, просто он не любит фотографироваться. Вот. Редко где бывает. Вот. Постоянно в одиночестве там. Вот. В шумных компаниях мало обитает. Ну, еще хочу показать тебе свою девушку. Ага. Она живет сейчас на Украине. Угу. Я приехал сам. Скоро приедет, естественно, ко мне. Это мы на работе в пиццерии. Мы встретились там, познакомились. Все серьезно. Денис, ты в курсе, что сегодня нужно будет кормить людей? Надо. Серьезно кормить? Серьезно кормить. Тремя блюдами? Ну, конечно. Ты готов? Конечно же готов. Тогда идем на кухню обсуждать меню. Пойдем. Идем. Думаю, что Денис готовился для званого ужина, но в кулинарии он разбирается, думаю, не очень. Денис, что у нас сегодня планируется в меню? Закуска – мясной салат, нотка ми с виноградом и кукурузой. Класс. А основное блюдо? Тальятелли с морепродуктами. Так, замечательно. И десерт? Блины с начинкой, маковый сон. Меню мне понравилось. Вот. Оно несложного приготовления, вот. Сытное такое. В принципе, я ждала там банальную какой-нибудь там украинский борщ, сало там, или что-то вроде этого. А меню интересное. Оно оригинально, в меру калорийно и где-то даже эксклюзивно. В целом, мне очень понравилось меню. Оно такое разнообразное, интересное. Я бы с удовольствием хотела это попробовать. Заключительный званый ужин недели пройдет у спортсмена и певца Дениса Рогатнева. От того, каким будет его вечер, зависит исход всего соревнования гостеприимных хозяев. Привет. Здорово. Заходи, дорогой. Спасибо. Как дела, как добрался? Проторчал в пробках, думал, не доеду, конечно. Да ты чё? Ну да. Ну ничего, главное, что ты цел, жив и здоров. Ага. И выглядишь прекрасно. Пойдем. Денис меня встретил как-то суховато. Он не пытался этого показывать, но по нему это видно. Я почувствовал эту энергетику. Вот. Ну, так что Денис недобродушный человек. Привет. Привет, привет. Как ты? Заходи. Хорошо, а ты как? Рад тебя видеть, нормально. Как добрался? Хорошо. Хорошо добрался? Пробок нету? Нет пробок. Ты, как всегда, бодрый, веселый, здоровый. Стараюсь, Денис. Ну что, пойдем? Пойдем. Денис встретил меня хорошо. Конечно, у него присутствовало волнение, но он улыбался, держался уверенно и крепко пожал мне руку. Да, Эльдар, посмотри, какая квартирка. Честно, то у меня в последнее время интуиция подводит. Я рассчитывал более маленькая такая, тусклая комната. Угу, приличная, очень приличная квартира. Интересно, откуда? Ну, скорее всего, или у родственников просто живет, или просто, например, снимает квартиру. Ой, смотри, какая гитара. Послушай, наверное, взял гитару, узелок через плечо и в Москву приехал. Ага. Покорить ее мгновенно, да? Нет, да, у тебя, да, такой, да, мысли? Музыкальный человек еще один приехал. Да. Ну, а теперь на перекрестках, наверное, стоит и играет. Интересно, что из этого получится? Нет, он хочет показать, наверное, может, кто-нибудь заметит его. Как думаешь? Не знаю, посмотрим. Нет, я думаю, он надеется на это. Я думаю, что если у него будет цель, и он будет вооружен большим желанием, у него все получится. Смотри, это, скорее всего, родители, да? Ага, и на папу больше похож. Что-то он и не хмолчал. Я, например, не слышал. Он тебе говорил что-то о родителях? Нет, он, наверное, не любит просто разговаривать, например, про жизнь свою. Он более скрытый такой человек. Ну, если хранит фотографии, значит, любит их все-таки. А это, наверное, он на Украине. Да, да, видно по природе. Я был, конечно, рад. Он любит своих родителей. Он скучает, скорее всего, по родным, по дому. Фотографии мне понравились, конечно, хорошие фотографии. Привет. Привет. Заходи. Спасибо, как ты? Хорошо. А ты как? Ну, тоже все прекрасно. Да? Ну что, может, ты такой грустненький? Нет, тебе кажется, может, пойдем? Нет, ну, пойдем. Какое-то гостеприимство было наигранное. Я чувствую себя как-то не очень комфортно, и я была не в восторге от его встречи. Привет. Привет. Заходи.
Спасибо. Как настроение? Хорошее настроение. Жду вас. Угу. Это тебе хочу подарить. Ой, спасибо, Светулечка, спасибо. Очень приятно. Ты такая добрая всегда. Угу. С радостью тебя принимаю. Пойдем. По атмосфере вечер, думаю, пройдет замечательно, потому что мы уже все подружились. Вечер завершающий. Будет, думаю, хорошо. Что это? А, у меня, кстати, есть такое. Это такой женский, такой? Да. Это халахуп, да, да, по-моему, да, называется? Да, это вот крутить, чтобы талия была. Спортом ты занимаешься? Да. Слушай, у тебя очень красивая талия. Это за счет вот этой такой штуки, да? Да, я иногда вот занимаюсь вот этим. Угу. Но это такой цвет, смотри, женский. Ты думаешь, что Денис? Хотя бы другого цвета был. Крутит вот эту вот штуку, смотря телевизор там или там, я не знаю, чем занимается. Да. Женский халахуп. Это точно женский, но такие цвета яркие. Мне осталось впечатление, если вдруг действительно это его дом, может быть, он живет с девушкой и обманывает нас, кто его знает. Я вижу фотографию, смотри, Денис с какой-то девушкой. Такая девушка, ну, на крокодильчика похожа. Ну, знаешь, как-то вот обычно такая закономерность сейчас бывает, когда, ну, симпатичный мальчик, Денис же, в принципе, симпатичный мальчик, а с ним какой-то чудик. Ну, обидно, но это факт. И смотри, они как будто в униформе, а он говорит, он певец. Певец. Ну, может быть, он поет, когда разносит пиццу. Меня, конечно, поразило, что девушка не очень симпатичная. Но, возможно, Денис ее любит за другие качества. Ну, возможно, она красивая, симпатичная, но фотография была неудачная. И зачем выкладывать было такую неудачную фотографию на общее обозрение? Тем временем Денис уже подготовил к подаче салат с музыкальным названием. Интересно, как его нотка ми с виноградом и кукурузой прозвучит для гостей? Дорогие господа, сначала даму. Спасибо. Можете нюхать, это съедобное. Не, поняла, Кос. Интересно. Чувствуется ли запах винограда в этом салате? Закуска по виду выглядела довольно прилично. Были хорошо подобраны пиалы, цветовая гамма украшена сбоку петрушкой. В целом блюдо выглядело оригинально и аппетитно. Угощайтесь. Спасибо. Приятного аппетита. И вам. Взаимно. В целом салат вкусный, но не хватает, мне кажется, немножко соли и какой-то остроты. Но это только мое мнение. Виноград, то, что присутствует, замечательно. Замечательно, он немножко его смягчает. Ну куда фрукты, блин, я не знаю, в такой салат. Ну не надо даже, они здесь не сочетаются, виноград здесь с этим салатом. Вот. Чуть-чуть поперчить, конечно, хотелось бы, чтобы более такое остренькое было. Сочетание салата с соленым сладким, ну, ни в какие рамки не входит. Это не мое, скорее всего. Я бы или только соленое, или только сладкое. А мне нравится салат. То, что кукуруза, виноград мой любимый, курица. Единственное, что плохо, майонез. А так, ты знаешь, такое сочетание, что я даже дома такое приготовлю. Спасибо. Умничка. На здоровечко. Если бы я делала такой салат, я бы его заправила сметаной хотя бы. Ну, или оливковым маслом. Было бы намного полезнее. Знаешь, салат нежный. Я довольна то, что он практически без соли. Так и не люблю соленое. Я говорила уже, то, что я там не ем говядину, то есть не такое мясо. Как бы курочку я к ней спокойно отношусь. Кушать можно, я не спорю, но он действительно нормальный салат. Но единственное, что я не понимаю сочетание все-таки фруктов и мясо. Ну, у каждого свои вкусовые качества. Кукуруза добавляет такой сладости вместе с виноградом. Мне это очень нравится. На вкус закуска Дениса была неплохая. То есть это было вполне съедобно, можно есть. Я просто не стала бы добавлять туда виноград и кукурузу. Ну, по крайней мере, точно виноград. Денис, скажи, пожалуйста, вот ты певец. А мне очень интересно твое творчество. А может быть, можно где-то поподробнее о нем узнать? То есть у тебя, может быть, есть диск, который ты мне подаришь, или я могу там в интернете или по телевидению посмотреть твой клип? Я еще не записывал свои диски. Ну, все. Просто я еще мало, наверное, достиг в этом. А, ну, мало поэтому, достиг, да? Да, мало достиг. Но ты уже чего-то достиг. То есть, если у тебя нет диска, все нормально. На диске должно быть записано много песен. Но одна песня записанная у тебя же есть уже? Нету. То есть ты... Я сочинил и сам могу спеть ее на гитаре, хорошо, допустим. Ну, ты знаешь, я вот тоже могу проснуться с утра и сказать, вы знаете, я певица. И при этом я вчера вечером там, в душе пела какую-нибудь песенку, но я певица. Как можно заявлять по какие-то свои способности... Подожди. Как можно заявлять по какие-то свои способности и таланты, но при этом ты ничего не сделал. То есть я поняла, что к этому, ко всему он относится как к хобби. Но при этом, если ты считаешь это все-таки как-то твоим талантом, то надо над этим работать, но, по крайней мере, не заявлять себя как певец. Денис,
И вот спрашивается, зачем ты приехал в Российскую Федерацию? Зачем? Эстраду покорять? Ну, может быть и так, но в первую очередь я приехал в гости к своим родственникам. Вот. Где-то прошелся, прогулялся, мне понравилось, я нашел здесь работу. Слушай, расскажи подробнее про свою работу, да, ты как бы вот все говоришь, что ты занимаешься там поешь, спортом занимаешься, а кем ты работаешь? Коммерческий бизнес. Какой? Вот что именно, что ты продаешь, да, вот, что ты именно продаешь? Я продаю вещи. Это качественные швейцарские компании ножи, это столовые приборы, вилочки, ножички, ложки, угу. Большие, маленькие. А где ты продаешь, ты работаешь в магазине? Есть сайт. Я работаю на сайте. Ты работаешь оператором, курьером? Кем ты работаешь? Мне сейчас стало интересно, просто извини, что я давлю. Я тебе сказал, что я работаю в коммерческом бизнесе. Кем ты работаешь? Зачем, твоя должность? Зачем тебе подробности? Интересно. Не веришь, что ли? Ты там, не сказал должность, это просто твою должность. А знаешь, Олесенька, ты сейчас со мной разговариваешь, я чувствую прямо от тебя, как будто ты мой директор, и я пришел устраиваться к тебе на работу. Ты извини, но я продолжать разговор, наверное, не буду. Хорошо. Скажу только вкратце, что я сижу за компьютером, вот, и отправляю заказы. Когда Алиса стала сегодня давить на Дениса, мне очень понравилось. Она прям взялась за него жестко. Вот. Прям, ну, умничка, молодец. Вот, правильно, Дениса надо выводить на чистую воду. Денис, я бы хотела у тебя узнать, мне очень интересно, насчет твоего ребеночка. Да. Знаешь, вот ни одной фотографии я не заметила у тебя. Ну, как я ранее говорил, я приехал с Украины. Ну и дело в том, что я не люблю носить за собой вещи, которые, в принципе, мне покамест не нужны. Дело в том, что я перестал жить с семьей, да, с той, которой у меня ребенок был, с женой, когда ребенку было 8 месяцев. А не относишься ты к тем людям, которые вот стандартно было хорошо с девушкой, когда появился ребенок, ты просто проанализировал, что тебя ждет, это вытягивать его, да, выращивать, то есть впоследствии обучать, ты все это проанализировал, спровоцировал ссору и ушел, этого не было? Мы развелись, да, потому что я чувствовал себя сжатым. Чем? Проблемами? Нет, не проблемами. Разлюбил жену? Нет, слушайте меня. Я был сжатым тем, что я просто работал и сидел дома, работал и сидел дома. И когда я заявил о том, что я хочу пойти с друзьями погулять, моя жена мне запретила. На этом стоял акцент, что мне нельзя никуда ходить. Ну, так вот мы как-то и характером не сошлись, и... То ну есть... вот, не знаю, это долго рассказывать, на самом деле. То есть, получается... Я думаю, времени у нас не хватит просто, да, конечно, извините. Да. Это, конечно, о многом сказал о данном человеке. Он даже не привез сюда фотографию сына своего, но гитара с ним сюда приехала. Скорее всего, гитару все-таки приятнее держать, нежели своего ребенка. Ну что, ребят, закуску вы попробовали, еще есть у меня основное блюдо. Ждем с нетерпением. Продолжается званый ужин спортсмена и певца Дениса Рогатнева. И сейчас он готов удивлять гостей своими тальятелле с морепродуктами. А вот мое основное блюдо. Слушай, потрясающе выглядит. Я думаю, когда вы попробуете, вам тоже понравится. Скажу сразу, морепродукты, они, конечно, на любителя, но чем рады, тем богаты. Я не поняла вообще, зачем Денис привез основное блюдо на противне, то есть, скорее всего, он их запекал. А как запекать пасту, морепродукты и все это вместе взятое, для меня это, конечно, странно. Но, может быть, это такое какое-то экзотическое блюдо? Сейчас я отрежу каждому по кусочку. И тогда уже вы сможете оценить, так сказать, по полной программе. Чтобы вы не задумывались об желтке, он вот так вот давится и размешивается с находящимися там продуктами. Сырой желток в основном блюде, это, скорее всего, для украшения, потому что я сырые яйца не ем, и только это было для красоты. Блюдо сначала мне показалось очень приличным, пока я не ощутил немножко неприятного запаха из морепродуктов. Знаешь, меня сразу насторожил запах. Как-то у меня не принял организм такой запах, я не могу принять, вот. И я с опаской пока пытаюсь есть, вот. Ну, думаю, будет вкусно. Ну, пока первое предположение отрицательное у меня, извини. У основного блюда был какой-то привкус очень странный. Я попытался даже, может,
ну, от внутренности так пахнет. Я попытался корочку съесть, но от корочки то же самое отдавало. Вот, и так что я не, мне не понравилось. Не обижайся, но у меня тоже насторожил запах. Не по мне запах, но яйцо вообще не ем, мне даже неприятно смотреть. Слишком все равно и невкусно. Вот, вот именно невкусно я не буду есть, спасибо. Я попробовала основное блюдо Дениса, но я не поняла этот вкус, как это вообще было приготовлено. Но мне этот вкус вообще не понравился. То есть на вкус это было так же невкусно, как пахло. Вот. Ну и он старался, но, к сожалению, я не стала это есть. Мне досталась очень вот эта вот часть, которая, да, у меня была. Не знаю, как там, ребят, во-первых, очень соленая, хотя бы попробовала. Я не хочу совсем чуть-чуть. И это невкусно. Угу. То есть просто невкусно. Я не могу сказать, как это блюдо готовить лучше, да, даже тебе порекомендовать, потому что я, например, пока не беру за сложные блюда, ну, если, например, я не смогу их, да, приготовить. Вот. Но я думаю, то, что, может быть, это на любителя, скорее всего, вот. Вот в этом вся и причина. Я бы изменил это блюдо следующим образом. Я бы убрал желтки и больше бы на, сверху посыпал тертым сыром. И когда уже посыпал тертым сыром, я все-таки продолжил бы его немножко запекать. Это он бы расплавился и был бы совершенно другой вид. А я хочу сказать, ты видишь, у меня тут все перевернуто. Ты кушаешь только морепродукты. Да, морепродукты только. И понимаешь, ну просто макароны, морепродукты, ну совсем вот, ну для меня никак. В общем, а с чем ты любишь морепродукты? Отдельно, понимаешь, отдельно? Чтобы чувствовать вот сам вкус. Понял. Вот. И я вообще ничего не поняла. В общем, тут ковыряю. Основное блюдо по вкусу мне совсем не понравилось. Единственное, что оттуда выковыривала, морские вот эти деликатесы, мидии, вроде бы кальмары. Это я съела с удовольствием, хотя чуть-чуть был запах какой-то вот не очень приятный. Запах, да, может немножечко, да, это чувствуется. Ну, где-то это допустимо, может быть, для морепродуктов. Может, они немножко начали, но так в целом понравилось. Я не люблю морепродукты. Вот. Посередине, конечно, мне понравилось яичко. Вот. Я свое яичко съел. Вот. Спасибо за хлеб, еще хлеб положил. Вот. И я еще пристрастился к яичку как раз Алисиному. О, да, ну, молодец, видишь. Яичко вкусное, а остальное, извини, не мое. Категорически. Я бы никогда в жизни не стал готовить такое блюдо. Ну, просто это неописуемо. Это ужасно, ни в какие рамки не лезет. И даже не советую никому готовить такое блюдо. Ну, как говорится, всем не угодишь. Основное блюдо вам не важно. А сейчас развлечение. Да. Я думаю, что развлечение сегодня будет каким-то оригинальным, скорее всего, музыкальным. Так как Денис хочет стать певцом, он нам обязательно споет. Он будет исполнять, наверное, самим придуманную песню на гитаре. Если он певец, он все-таки должен показать, на что он способен. Я хочу вам доказать, что я настоящий певец, и спеть вам песню, которую сочинил сам. Это песня про мою бывшую любовь. У меня была такая любовь, и, в общем, вы сейчас все поймете, какая любовь это была. Вот один я выхожу из дома, иду по улице знакомой, и не замечаю я прохожих. Для меня день сегодня непогожий. Мы расстались с тобой недавно. Я хочу сказать о самом главном. Сердце проливает слезы без тебя. Когда Денис пел нам песню, я окунулась в детство. Когда мне было, не знаю, лет 15-16, я там также сидела во дворах, слушала там мальчишечьи песни под гитару. То есть я вспомнила свою юность, да, назовем так. Нормально Денис пел. Есть у него голос, есть у него слух. Хотя не профессионал, чтобы это оценивать, но мне было слушать приятно. Песня Дениса, конечно, да, она мне понравилась. Она такая душевная. Но я не думаю, что Денис выражает свою боль. Но не познал он той боли, что выражает своей песни. Это песня не, ну, не к нему, не клеится она никак. Ничего тебе уж не вернуть. Ей 17 лет, она найдет другого. Через день забудет про тебя такого. Мы расстались с тобой недавно. Песня мне показалась, конечно, грустная, но не по моему вкусу. Может быть, какая-то уличная. Но он старался. Я думаю, что это близка ему мелодия, вот эти слова, которые он говорил. Обычная игра на гитаре с обычной песней.
Если Денис хочет войти в круг шоу-бизнеса с этой песней, это не вариант, потому что ему нужно и пообтесаться, набраться опыта и поработать над собой. Тогда, может, это даст какие-то плодотворные результаты. А сейчас иду я шагом чуть заметным, и не помогает сигаретка. Спасибо за внимание. Вот такая вот песня. Финальный званый ужин недели близится к завершению. Несмотря на то, что пока накормить гостей хозяину не удалось, остается последний шанс – блины «Маковый сон». Время десерта. Спасибо. Спасибо большое. А можно чай десерт? Ручки. Это мне, да? Прекрасно выглядит, мне так кажется. Почему? Блинчики я люблю, мед не люблю. Это мед, я не люблю. Я люблю мед, но так хочу какой-нибудь чай к десерту или хотя бы какой-нибудь сок. Денис умничка, что он смог так преподнести свой десерт. Он был украшен красивым листиком зеленой мяты, сахарной пудры. То есть даже это было красивое какое-то сочетание цветов. Может быть, ему надо идти в кулинарию, но по украшению блюд, но не приготовление. Ты знаешь, вкусно. Сладко, мед я обожаю. Но вот мак я не люблю. Прости, солнце. Мне так сложно угодить, но... Я повыбираю мак за тебя съем. Ты кушай блинчики, хорошо? Да, ладно, спасибо. Я мак вообще-то не ем. Если кушаю, то только где-то в кондитерских изделиях. Поэтому мне только мед понравился. И так я немножко блины попробовала. Блины были жирноватые, суховатые. То есть они совершенно даже ножом не резались. Я думал, может, ты блинчики купишь. Но, скорее всего, ты не покупал, потому что видно, как ты прожарен. Они масляные такие. Угу. Да, сам. Сам блинчики приготовил. В основном люди всегда с медом едят блинчики. Да, я сколько раз замечал, но это не мое. Мед я... У-у. Сонный мак я тоже не люблю. Вот этот. Мак мне не нравится. Ну, так-то можно поесть, но к зубам застревает очень даже. И это некомфортно. Чувствуешь себя? Когда начинаешь употреблять блин с маком, начинаешь понимать, что мак очень сильно доминирует во рту. И потом получаешь дискомфорт от того, что он практически между каждыми зубами. И его сложно оттуда удалить. Ну, я бы, наверное, назвала твое блюдо все-таки не блинчики там, да, с чем-то, а оладушки. Потому что, да, хорошо, то, что ты изготовил их сам, но не жирные и толстые. Вот, к маку я отношусь очень спокойно, да, ко вкусу мака. Но его здесь очень много, и как-то он... В зубах не застрял? Везде, наверное, застревает, вот, поэтому много. Вот, а так, ну, не по мне, но неплохо. Блинчики я люблю очень, я мучное все такое люблю, связанное с этим. Вот, блинчики мне понравились. И что меня поразило, он сам готовил, даже было это видно, они были такие сочные, жирные такие. О, это очень хорошо. Но зачем он добавил мак? Этот мак у меня до сих пор во рту бродит. Я бы, конечно, все-таки не стала бы добавлять мак и сделала бы блинчики такими более мягкими и не такими жирными. Спасибо вам говорю за то, что вы есть, потому что я считаю, что как бы там ни было, где-то кому-то, может, чего-то не понравилось, блюдо, еще какие-то вопросы, это все мелочи жизни. Мы должны быть командой. Действительно, хочется сказать вот искренне, да, всем спасибо. Спасибо за положительные эмоции, за отрицательные эмоции, просто за ту частичку, потому что это не такой прям большой, да, жизненный опыт, но частичка опыта в этом тоже присутствует. Мне очень жаль, что заканчивается сегодня последний день, но... У меня остались только позитивные и хорошие эмоции после этого. В дальнейшем я даже думаю, что мы, например, переменяемся номерами телефонов, например, вот, найдем друг друга в сайтах и будем дружить. Вот. И еще, может, где-нибудь встретимся, вот, еще, может, где-нибудь, я не знаю, отдыхать съездим, вот, в баре посидим, в ресторане, да в любом месте. Ну, думаю, все равно мы все встретимся, может, пятером, а может, и четвером. Мне было интересно общаться с этими людьми. Каждый из них открылся для меня, каждый день открывался с каких-то новых сторон. Но один человек все-таки остался для меня немножко загадкой. И человек это Денис. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как настроение? Хорошее. Денис вас удивил? Да. Накормил? Да. Теперь он ждет ваших оценок. А я буду ждать вас через несколько минут на церемонии награждения победителя. Хорошо. До встречи. До свидания. Я думаю, Света поставит мне 60 баллов.
Потому что я видел, что ей не очень понравились мои блюда. Ужин у Дениса не удался. Но так как он старался, 50 баллов я ему ставлю. Я думаю, Дима поставит мне 40 баллов, потому что, по-моему, ему понравился только десерт. Я поставил Денису 70 баллов, потому что, может быть, у него не все получалось, но он очень старался. Я думаю, Алиса поставит мне 50 баллов, так как у нее были замечания к моим блюдам, да и вообще какое-то настроение было не очень. Мне не понравилась его кухня, не понравилась атмосфера, но, тем не менее, мне очень понравилось его развлечение. Я думаю, Эльдар поставит мне 60 баллов, потому что он критиковал мои блюда, в особенности основное. Эта атмосфера мне полностью не понравилась. Приготовление пищи было ужасным. Вот, и Денис, как человек, мне полностью не понравился. Заключительный званый ужин недели и старания Дениса Рогатнева соперники оценили в 150 баллов. Участники только что выставили последние оценки на этой неделе. И пути назад нет. А если представить, что у каждого игрока есть эксклюзивное право определить победителя? Интересно, чье имя будет названо? Узнаем прямо сейчас. Я считаю, что из всех нас победит Света, так как она больше всех старалась, и вечер был, на мое мнение, самый веселый. Я думаю, победит Света. Атмосфера вечера была незабываемой, а блюда были самыми вкусными. Победителем должна стать Света Ключник, потому что она искренний человек и очень прекрасно готовит. Победить должна Светлана, потому что она мать, она хозяйка, она мечтает об этой победе, для нее она очень много чего значит. Она гораздо опытнее нас всех, и поэтому я искренне желаю ей победы. Победителем должна стать я, потому что я отдала гостям всю душу. Ну что, дорогие мои, я готов объявить церемонию награждения открытой. Вы... Как? За. Прекрасно. Ну что ж, пятое место на этой неделе с результатом 150 баллов занимает Денис. 210 баллов получил Дмитрий. Он на четвертом месте. Третье место с результатом 240 баллов занимает Алиса. 260 баллов заработал игрок, который оказался на втором месте. И это у нас Ильдар. И на первом месте Светлана. У нее 280 баллов. Ваши аплодисменты. Светлана становится победителем и завоевывает почетное право называться лучшей хозяйкой недели. Поздравляю. Я поздравляю Светлану и вручаю ей сертификат на получение приза от программы «Званый ужин». Светлана, мы дарим вам кухонную плиту, которая станет незаменимой помощницей. Поздравляю вас. Друзья мои, говорят, что трудно привыкнуть к отсутствию людей, которые когда-то составляли часть твоего дня. Возможно, завтра вы ощутите пустоту, и вам захочется встретиться. Ведь вы вместе провели 5 вечеров. Я думаю, что вы обязательно встретитесь. Я вам этого очень сильно желаю. А также желаю здоровья, счастья, удачи и до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Итак, очередная неделя званых ужинов подошла к концу. Друзья мои, на прощание я хочу пожелать вам следующее. Во всем быть первым, всегда иметь вторую половинку, никогда не быть третьим лишним, иметь свои 4 угла, чтобы в жизни все было на 5, обладать 6-м чувством и быть на 7-м небе от счастья. А также помнить, что в понедельник новой встречи с вами будет ждать мой коллега Александр Ковалев. Включайте канал РЕН-ТВ в привычное время. Удачи и ходите друг к другу в гости. Я, конечно же, немножко разочаровался, что я занял последнее место. Я старался, я готовился. Ну, я третья, ну, конечно, какой из меня повар. Вот, но, тем не менее, результатами довольна и вот искренне рада за свое третье место. Для меня было главное участие, приятное общение, приятная атмосфера. Я рад. Ну, просто не знаю, из души не вырвать это. Хочется выйти, закричать от радости просто. У меня прям слов нет. Спасибо всем. Я просто на 7-м небе.